Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. Это программа «Интересно об оружии» и я, Александр Михайлов. Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых известных артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны – пушки-гаубицы МЛ-20. Артиллеристы ласково прозвали пушку-гаубицу МЛ-20 «Емелей», а когда это орудие стали устанавливать на самоходные артиллерийские установки Су и ИСУ-152, за то, что они могли беспрепятственно поражать немецкие танки «Тигры» и «Пантеры», это орудие и самоходку в целом стали называть «зверобоем». Гаубица МЛ-20 была изготовлена почти 7000 единиц. Она весила в походном положении почти 8 тонн, а в боевом – 7 с небольшим. Скорострельность пушки гаубицы составляла до 4 выстрелов в минуту. Вес снаряда, в зависимости от типа боеприпаса, составлял от 27 до 56 килограмм. Ну а на сегодня мой рассказ о пушке гаубицы образца 37 года МЛ-20 подходит к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в Музее Победы.